Далеко ехать? Далеко. И дорого. А в Москву? Тоже. А за грибами? За грибами съездим как-нибудь. Борь, ну что? Скоро починишь? Сделаю, скажу. Я просто Людмиле обещала, что ты быстро починишь. Ах. Светлана придет с Витей. У нее там на даче что-то с замком. Посмотришь? А пообедать мне можно? Отдохнуть в свой выходной. Починишь и пообедаешь. О! Юль, иди Витю встречай. О! Есть кто дома? Есть. Привет, где мама? Там. Ой. Привет. О, привет. Боря, здравствуй. Что у тебя там с дверью? Я решила дачу на лето сдавать. Все равно там делать нечего, а так хоть деньги будут. С дверью что? Ну что, заело. Не могу открыть, а мне убраться надо. Ну, пообедаю, посмотрю. Нет, мне срочно надо, там семья с ребенком. А у меня тоже семья с ребенком. Борис. Ну, ты же знаешь, мне больше некому обратиться. А, подожди, а что мне Людмиле сказать? Когда будет готово? Скажи, что у тебя много подруг. И я разорвался. А что это с ним? Всегда такой безотказный был. Не обращай внимания. Ой-ой-ой. Так, мы с вами поедем, хорошо? Хорошо. Слышала, у нас столовую на заводе закрывают. Придется мне работу искать. Я узнаю, может, у нас место будет. Спасибо, Свет. Ой! Женились бы они, когда вырастут. Да ладно, пусть идет, как идет. Не знаю, что завтра будет. Ну, я считаю, о будущем всегда надо думать. Виктор у меня в строгости воспитан. Он жену с ребенком не бросит, как его отец. Ты же знаешь, я Юлю тоже не балую. Она знает, что у нее тетя феи нету. И из тыквы ей карет никто не сделает, и принцы за ней гоняться не будут. Так что они друг к другу подходят. А мы с папой за грибами пойдем. В этом году грибов не будет. Это у тебя не будут. А у нас будут. Дождей мало было. Мой папа и без твоих дождей все найдет. И на море мы с ним поедем, и в Москву. А я сам везде буду ездить, и мне никакие папы не нужны. Виктор, как не стыдно, она же девочка. А если она дура? Ты сам дурак, поэтому тебя папа бросил. Ой, Юля, ты что такое говоришь, а? Ну-ка дай мне руку сюда. Мама!
Как тебе не стыдно? Валя, узнай, что там Борис закончил? Ага, жильцы приехали. Хорошо. Нельзя, нельзя такие слова говорить. Как все себе? Что? Да что, налетай, ребятня, дядя Саня вернулся. Теперь жить веселее будет. О, Саша! Саша Летников! Валька, Борька, а вот и я нарисовался, не сотрешь? Слушайте, как раз вас жду. Пойдем к нам, отметим мое возвращение, а? Сань, рад тебя видеть, но ты без нас, ладно? Я не понял, что ты такое говоришь, а давай ближе к делу. Я не пью. Да ты и не пей, я тебя что, заставляю? Ну просто посидим по-соседски, порадуешься, я выпью, а? Борь, ну люд же обидится, правильно? Конечно. Валь, могу я наконец отдохнуть, чуть поесть могу? Ты слушай, у нас жратвы полный дом, Людка там колбаску шинкует, водочку. Мам, а кто это? Это дядь Саша, это папа Инны. А откуда он взялся? А, из тюрьмы вернулся. Пойдем скорей. А, белье чистое, сегодня сменила. Спасибо, у нас свое. А у вас собака есть? Нет. А у соседей? Малыш, нам не надо никаких собак. Пожалуйста, не обтирай подоконник. Там чисто. Слушайте, ну а что? Мне нравится. Вроде в деревне, но с удобствами. Но мне кажется, никаких удобств. Газ, туалет в доме. Ну да, конечно, 21 век на дворе, мы будем радоваться туалету в доме. Что еще нужно? Сейчас. Альбин, ну погоди. Ну а что нам еще нужно? Смотри, участок большой, сад шикарный. Ну что нам, в Москве в квартире сидеть, что ли? Ну давай, будем сидеть в Москве, в квартире, не будем делать ремонт. В смысле мы не будем ремонт делать? Ремонт ты делай. Просто надо было найти нам другую дачу. Шикарный сад за окном рядом с химзаводом. То, что нужно нашему сыну. Обо мне ты вообще не думаешь, я привыкла. Малыш, ну погоди. Ну ты же знаешь, какая ситуация. Не надо мне ничего говорить про свою зарплату. Химзавод вас не побеспокоит. Там половина цехов закрыта и... Полгорода без работы. Вот. Прекрасно. И полгорода пойдут воровать. Да погоди ты. Сын, слушай, ну а тебе-то как, нравится? О! А у соседей корова есть. Корова? Вот. Здесь за 2 месяца. Вашей супруге не понравилось? Да ей вообще сложно угодить. Практически невозможно. Вы удивительно терпеливый муж. Просто я люблю ее. Слушайте, я через город поеду. Вас подвезти? Ой, спасибо большое. Пойдем скорее. Пойдем. Садитесь. Так. Здоровски у тебя папа на гитаре умеет. Только я его немножечко боюсь. Так. Ты его совсем не помнишь? Ни капельки. Ой, курочку ешь? А-а-а. Закусывай. Че, Борька, подрался, что ли? Светка замок чинил. А, учил ты, что ли? Смотри, Валька, не бережешь ты мужика. Расплескаешь. Работаешь все там же? А, где же все? Там же. И что, платят? Ну, когда как. Бывает, задержат. Не увольняют. Ты на том спасибо. Ну, жизнь, а. 4 года меня не было, и все то же самое. Все работают, а денег нет. Это да. Ну, отлично, я работать не буду. Как не будешь работать, Саш? Ну, вот так. Вначале надо немного оглядеться, отдохнуть. Ну, а в рабство за долги я всегда успею. Давай. А я, получается, в рабстве, что ли? Каждую копейку тебе в тюрьму носила. Он даже ребенку конфет не могла купить. А у нас эту дорогу пьяной называют. Да, знаешь, это не только у вас. В любом городе есть своя пьяная дорога. И в Москве? В Москве. В Москве даже не одна. Ну, русскому человеку ничего другого просто в голову не приходит. Печальные выводы напрашиваются.
У ларька остановите, пожалуйста. До свидания. Спасибо большое. Это что ж получается? Моя дочь, моя принцесса без конфет и подарков росла, да? Да. Ин, да что ты такое говоришь-то, а? Правильно, правильно. Говори, дочь. Каких конфет ты хочешь, м? Я не конфет хочу, а платье хочу. Ин, да ты что? Ведь только что целый килограмм купили. Что ты перебрал, что ли, я от радости? Или ослышался? Килограмм платьев? Ой, Саш, я ж тебе не рассказала. У нас тут неподалеку секонд-хенд открыли. А там вещи такие хорошие. А продают-то на вес, ну, я и понабрала, детский ж совсем мало весит. Подошью что-нибудь вон, если Боря машинку починит. Починю, починю. Да. Дожился Нелетников. Его дочь в обносках ходит. Почему в обносках-то, Саш? Там все с этикетками. Дай пройти. Ты куда? В Москву, мать. Дочери платье привезу из ГУМа. Свои эти килограммы, чтобы на помойку, ясно? Чтобы я больше про это не слышал. Саш, ты куда? Борь, ну останови его, он же пьяный, а? Да пусть идет. Ждала, ждала. И дождалась. О, еще до Москвы еще. Я тут только спросить хотел. Может, он в Москву? У нее тоже в Москву надо. А он фрейрок. Не шевелится. Статья 109. Это до 2 лет. Ждать ты будешь, а? Господи. А тебя кто-нибудь видел? Нет. Саш, пошли домой. Пошли домой. Пусть сами разбираются. С возвращением. Где? В больнице. Альбина где? Антон. Жена, что ли? Да. Но она приходила с мальчиком. Ты спал. Ну что, Владимир Сергеевич, как настроение? Прекрасно. А то спался наконец. Шутить извольте. Замечательно. Как себя чувствуете? Да что-то никак не чувствую. Тела как будто нет. Ну-ну-ну-ну-ну. А я что оперировал? Так, пошевелите пальцами ног. Не могу. Понятно. Ну ладно, отдыхайте пока. Мам! Да? А мы куда? Нам надо к бабушке, малыш. А почему? Все-таки уезжайте. Да, у нас поменялись планы.
Моему мужу необходимо дорогостоящее лечение. Да, я понимаю. Пошли, Антош. А Антон-то где? Ты его с кем оставил? Антон с бабушкой. Чё ты уже-то греешь? Почитай лучше. Ты что, на дачу приехал? Здорово. Нет. Он в Москве у бабушки. Я надеюсь, ты меня поймешь. У нас маленький ребенок. Я теперь должна одна его растить. Почему одна? Я же вроде не умер. Во всяком случае, мой доктор так не считает. Но хирург говорит, что ты вообще больше ходить не будешь. А я не потяну одна. И ребенка, и мужа-инвалида. Прости меня, пожалуйста. Это деньги на лечение. Она ходит. Она еще и плачет, и писает. Везет тебе. Дорого стоит. Папа сказал, статья 158. А это сколько? Мам, ты что, ей ведь больно. Прости, малыш, прости. Молодец, не плачет. Что могли, мы сделали. Но какие у нас тут возможности? В Москве есть хорошие спинальники. Вы ведь из Москвы? Вы поищите. Можно в Германию попробовать, ну, это дорого. Вы поймите, жить надо. Жить и бороться. Теперь все зависит только от вас и от ваших близких. И возможности лечения еще не все исчерпаны, и чудеса, поверьте, случаются. Только вот за чудесами это не ко мне, это к себе. Ну что вы молчите? Жена от него ушла. А больше нет никого. Такие у нас тут, доктор, чудеса. Понятно. Да, спасибо. Слушай, ну это, конечно, не мое дело. Ну почему ты не разведешься с ним? Ну, нельзя так жить, как на пороховой бочке. Не могу. Да почему ты не можешь? Почему? Квартира твоя, у тебя ее никто не отнимет. Разведут вас быстро, потому что у него судимость. Ну, понятно, что алименты, конечно, не будет платить, но ты хоть сама свои деньги на него тратить не будешь. Найдешь себе нормального мужчину. Хорошего, работящего. Не могу я, Валя. Люблю я его. Да что это за любовь-то такая, Люд? Он из тюрьмы, я не знаю, как на выходные приходит. Вот я и жду этих выходных. И буду ждать. Ты знаешь, я тебе даже завидую. Да. У меня Боря такой хороший муж. Работящий, не пьет. А я его не люблю. И никогда не любила. И он это чувствует, поэтому ему плохо со мной. Вот так живешь и не знаешь, что такое любовь. Господи. Ну, Люд, все нормально. Бедная моя. Володь, а может, иглоукалывание попробовать? Еще магнитами как-то лечат. И грибы пьют. Чагу, что ли? Чагу. И мухомор. Шиитаки еще, во. А, это китайский. Но он не от спины. От чего? Да пес его знает, от всего. Я бы не стал.
Мужики, хорошая же вы ерунду-то молоть. Бывай, Сергеич. Я тебя навещать буду. Верну их. Я верну их. О, заговорил. Кого? Жену. И сына. Во, молоток. Сына понимаю, святое. А баба такая тебе не нужна. Этой пиявке только деньги давай. Я встану. Черт возьми. Разбогатею и верну их. Угу. Ты когда разбогатеешь, ты меня возьми к себе водителем. Я за баранкой с армии. Ага. Договорились. О, спасибо. Выцвела она уже, надо ее куда-нибудь убрать. Оставь, Валюш. Здесь ты такая красивая. Я в тебя в такую влюбился. Пусть здесь стоит. Юль, давай сегодня не пойдем в садик. Я не хочу. Павлик, каждый день одно и то же. Кроме твоего «хочу», есть еще «надо». А мне не надо? А мне надо. Мне на работу тебя оставить не с кем. 100 раз объясняла. Пойдем. Тогда загадку. Давай. В окно залетела, на варенье села. Муха. Ну ладно, пойдем. Антон! Собрался? Да ну не поедет он с тобой. Поедет. Хватит бездельничать, пора взрослеть. С чего ты взял, что наш сын должен взрослеть в твоем Златокаменске на убыточном заводе? Потому что в Лондоне он взрослеть не захотел. Учебу бросил. Делаю вывод. Не хочет учиться, будет работать. Поднимать убыточный завод. Знаешь, мне иногда кажется, что у тебя какая-то нездоровая любовь к этому городишке. Может, нездоровая. Сергеич? А? Едем? Да, сумку вот эту забери. Спускайся. Я сейчас. Антон! Все, иди. А, Юль, тебя заведующая просила зайти. Угу, сейчас. Юля, когда я наконец увижу вашего папу? И, честно говоря, даже забыла, как он выглядит. Папа работает. Что, круглосуточно? Что же, мне когда заниматься воспитанием ребенка? Может быть, мне проинформировать органы соцзащиты? Не надо, пожалуйста. Я обязана. Ребенок не поймешь, где и с кем живет один. Ну, Антон, все известно. Пожалуйста, я скажу папе, он придет. А, будьте добры. У меня к нему серьезный разговор. Павлик дерется, жалуются дети, родители. Но об этом я буду разговаривать с отцом ребенка, а не с сестрой. Все понятно. Вот, Валентина, твои любимые. С днем рождения. Тетя Лид, загадку. Ну? В маленькой норке кто-то прячет корки. Мышка. Мышонок. Так, мышонок, давай-ка кушать. Я не хочу кушать. Спрашивает про маму. Скучает, да? А он ее не помнит. Ну ладно, давайте помянем нашу Валю. Пьяная дорога. Название несовременное. Надо называть или обкуренную, или обдолбанную. Сколько здесь не приезжаю, всегда вспоминаю эту аварию. Это нормально.
Всю жизнь вспоминать будешь. Стал другим человеком. Только до сих пор не пойму, нужно ли. Не мучь себя, Сергеич. Бесполезно. Ничего не вернуть, ничего не изменить. Ничего. Вот ведь судьба. И муж хороший, и дети. А сгорела за полгода. Кстати, про мужа Юля, папа придет? Я не знаю. Вот так. Первый пункт можно вычеркивать. Не было у Вали хорошего мужа. Дорогу сюда забыл. А я думаю, его новая жена не пускает. Хотя ее тоже можно понять. Можно. Ведь он к ней еще при живой Валентине стал бегать. Вот она боится, как бы от нее не убежал. Мам, это не наше дело. Наша сын. Это семья моей подруги. Борис детей бросил. Но почему сразу бросил? Он за квартиру платит и так иногда деньги дает. Да Павлику не деньги нужны. Ему отец нужен. У парня и так мамы нет. А тут еще вместо отца пустое место. Да, не то что мой. Мой-то меня прям грудью выкормил. Я с ним уголовный кодекс раньше таблицу умножения выучила. Инна, не смей так говорить про отца. Да? Я хоть про своего, а вы про чужого. Ладно, Люд, наши дети правы. У всех все по-разному, а я только один. Без отцов выросли. Это папа, наверное. Сюда садись. Здравствуй, Борис. Ведь налей ему. Давай поменяем Валю. А где Павлик? Вспомнил. Павлик! Павлик, иди сюда, папа пришел. Держи, сынок. Мне такая не нужна. А какая? Трансформер. Павлик! Спасибо, папа. Ну, а что ты хотел? Ты для него чужой дядя. Пап, а тебя в садик просят зайти. Зачем? Затем, что ты отец. Зайду. Надо только время выбрать. Дочка болеет. Та дочка роднее, что ли? И я пойду, Юля. Пообщался с детьми? У вас одна тема. Вы пока не загрызете друг друга, не успокоитесь. Виктор, сядь. Инна! Чего тебе? Давай я тебя провожу. Я на свидание иду, проводишь? Опа! Принцесса, а где мать, а? У Юли. А что там наливают? У Юлины мамы сегодня день рождения. Без подарка я. Пап, тетя Валя умерла давно, поминали. Иди проспись. Слушай, принцесса, не учи отца жить, а? Вот не лупила тебя, ну и не поздно. Давай, пойдем домой, пошли. Откосили, дядь Саша. Опа! Рос-рос, малой и вырос, да? Че, мамка одного отпускает погулять? Слушай, ты вот врезал бы я тебе, подрался с тобой, да? Боюсь, одного удара зашибу. Пусти футболку помнешь. Моя принцесса не про тебя, понял? Она станет моей женой. Слышь, ты,
Она никогда не будет твоей женой. Ей нужен такой, как я. Понимаешь, она вся в меня, чтобы развернуться на всю катушку, а ты этого не дашь. Ну вот вы развернулись, и что? Что-что? Живу! А я так жить не хочу. И Инна тоже. Слышь ты, Витек. Витек-зятек. Не вешай якорек. Юля, может, помочь тебе? Спасибо, тетя Люда. Я сама. Ну, ладно. Пойду я тогда. Держись. Спасибо. Пока, Свет. Давай, Людочка. Упс. Светлана Алексеевна, я все уберу. Вы идите. Юля, мне с тобой поговорить нужно. Что? Ты бы порешительней с Виктором. Он мужчина, он сам не знает, что для него лучше. А мужчину направлять надо. А то уведет его Инна. Ну и пусть. Она ему нравится, это же видно. Ну, мало ли кто кому нравится. Ты что думаешь, я его этой вертихвостке отдам? Ну это все-таки ему решать. Твоя мама и я, мы всегда хотели, чтобы вы с Витей поженились. Светлана Алексеевна, Витя очень хороший. Но я же его не люблю. А что такое любовь, девочка моя? Это взаимное уважение. А вы, молодые, за любовь гормональные взбрыки принимаете. Ну, может, я этот взбрык хочу. Чтобы не так, как у мамы с папой, одно сплошное уважение. Вот и мучились. Это кто ж тебе такое сказал? Я сама поняла. Да ничего ты не поняла. Вон Люда вышла замуж по любви. И что, она счастлива со своим уголовником? Не знаю. А что такое счастье? Давайте. 985. 779. 97. Держи. Да. Слушай. Если за барной стойкой не заснул, то. Ага. Знаешь, кто это? Нет. Антон Волгин, сын нового владельца химзавода. Скучно тут у вас. Кому как. И девчонки так себе. Не нравится, не ешь. Телефон свой напиши. Ну что, поехали тебя домой, ты? Тебе? Ты уже ко мне собралась, что ли? Думаешь, позвонит? Я за нее замуж хожу. Павлик. Павлик. Говорят, что ты дерешься в садике. Ну и что? Для драки должна быть причина. А у меня причина. Ребята говорят, что я детдомовский. Как это? У тебя есть дом, ты живешь в семье, они что, не знают? Знают, что меня бросили папа и мама. А ты им объясни, что мама у тебя сильно болела, а папа у тебя есть? Папа у меня нет. Есть, не выдумывай. Отгадай загадку. Упал в лужу, никому не нужен. Не знаю. Я... Ну что ты такое говоришь, Павлик? А? Ты мне нужен очень-очень-очень. Ну, давай, ложись спать. Спокойной ночи. Папа у меня нет.
Нитки бракованные завязали. Инесс, влюбилась, что ли? Неужели? Это что ж за принц такой, что нашу именно зацепило? Еще чего. Здравствуйте. Да, Юль. Инка, привет. Мне из института звонили, грозят отчислить. Мне туда подъехать, договориться о пересдаче. Я вообще ничего не успеваю. Ты не могла бы сегодня Павлика из сада забрать? Тебе обязательно сегодня ехать? Да я и так уже тяну. А ты занята? Просто не хочется Светлану Алексеевну просить. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да ничего, сегодня не занята. Заберу без проблем. Спасибо большое. Давай загадки. Ну, давай. Первый. Он прошел совсем без ног, я до ниточки промок. Дождик? Как ты быстро отгадываешь. Так, давай руку. Дальше дорога. Теперь твоя очередь. Ладно. Кто это? С усами родился, язычком умылся? Дядя Юра из третьего подъезда. Подожди. Да, мам. В магазин нет, не могу. Потому что не могу. Я не знаю, как это случилось. Я его за руку держала, дорога пустая. Павлик Мещерский, что с ним? Константин Сергеевич, это к Мещерскому. Состояние стабильно тяжелое. Сильное сотрясение мозга. В сознание пока не пришел. Пустить вас к нему я пока не могу. Кто это? Сестра. А родители где? Мама у них нет, а отец не особо ими занимается. Вы можете отвезти ее домой? Конечно. Пожалуйста. Поехали домой. Здесь нельзя оставаться. Юль, давай я с тобой посижу. Зачем? Я боюсь тебя одну оставлять. Не надо. Юль, прости меня. Смотри. Да. Пап. Павлик под машину попал. Он жив, но без сознания. Как же ты не досмотрела? Что ж теперь делать? Я не знаю, пока он в реанимации. Ну, ты звони. А ты не приедешь? Ну, в реанимацию уже не пускают. Но он там недолго, наверное. Ты ближе к делу звони. Я помогу, чем смогу. Пап. Это твой бабочка, не ее собака. Это же мой сын. Бабочка, что же мне делать? Девчонки, привет. Опоздала. О, я вижу, не я одна прогуливаю. Инна-то где? Участковый допрашивает. В смысле? А что случилось-то? Да говорю же, я не запомнила машину. Я вообще в марках не особо разбираюсь. Ну, а номер? Ну, регион хотя бы.
местный, не местный, хоть что-нибудь. Да вы мое состояние представляете? Я ничего не видела. Ну, цвет вы хотя бы запомнили. Темное вроде. Черное. Не помню. Ну ладно, место правда опасное, часто бьются. Вот, прочитайте, если все правильно, внизу напишите. С моих слов записано верно, мной прочитано. Фамилию, инициалы и подпись. Да Я на этом заводе почти сначала. Еще пацаном пришел. Завод в 41-м открылся. Прямо перед войной. Потом в 93-м его немцы купили. Такой вот исторический анекдот. Значит, немцы. И что еще? Что? Гитлер, как говорится, капут. А мы без зарплаты, без выходных и ничего. Выжили. И Волгина вашего переживем. Готов? Снимаем. Значит так, отец, видишь камеру? Вот смотри в нее и повтори все это. Может, пригодится еще. Дорогой товарищ Волгин, мы, старейшие работники завода, рады приветствовать вас. Как? Нормально, все да? Все было отлично, гениально. Да? Спасибо. Как Павлик? Я его еще не видела. Сегодня поеду. Но я пока не смогу отпроситься. Наш цех и так первый на закрытие. То есть ближе к делу, на перепрофилирование. Владимир Сергеевич, можем начинать? Да, да, мы идем. Ну что, пойдем познакомиться с коллективом. Антон. Да не нужен мне твой коллектив. Завод мне твой тоже не нужен. Мне вообще этот город, я его ненавижу. Ты же все-таки приехал. А с тобой можно было поспорить? Послушай, живи ты как хочешь. Ищи работу по душе, ты взрослый, давно пора. Только не проси у меня больше ничего. А я у тебя ничего не прошу. Ты мне сам все навязываешь. Навязываю? Деньги, значит, сам по карманам тебе распихиваю. Отлично. Больше от меня ты их не получишь. Видишь, как все просто. Обойдусь и без тебя. Ты только ко мне не лезь. Знаешь, можешь дальше скупать себе квартиры, машины, заводы. Только тебе зачем столько прям интересно, а? Ради кого ты это все делаешь? Я что-то уже сам не знаю. Галстук дурацкий. Ин, принц, не объявился-то? Объявился. Чё-то ты нерадостная. Отстань, Надь, девчонке и так тошно. Знаете как, легкой жизни обещать не буду. Будет трудно. Модернизация. Перепрофилирование, освоение новых технологий, естественно, будут сокращения. Но только так мы сможем сохранить завод и подняться. Нравится? Это тебе тетя Света передала. Но почему он не разговаривает? Он попал под машину, когда поправится, снова будет разговаривать. Это вам доктор сказал? Это я и сама знаю. Юль, самое страшное уже позади. Набирайте терпения. Что с ним? Это травматический шок. И двигательные возможности уже возвращаются. А речь? Речь, ее вообще труднее всего вернуть. Это всего лишь городская больница. Хорошо бы мальчика отвезти в Москву и там показать специалистам по травмам головы. Но на это нужны деньги. Сколько? Я не знаю. В Москве жить трудно.
Не то, что лечиться. Я работаю, и папа поможет. А полиция? Полиция этим делом уже занимается? Вот пусть они ищут того, кто сбил мальчика. И суд обяжет его оплатить лечение. Пока, увы, ничем помочь не могу. Главный свидетель по делу нас Инна Летникова, ваша подруга, так ведь? Да, подруга. Ну вот вы бы с подругой и поговорили, может, вам она больше расскажет. Вдруг ее запугали. А почему вы так думаете? Ну, мне кажется, она что-то недоговаривает. Нет, Инку не запугаешь. Да и она не стала бы делать что-то во вред Павлику. Примите во внимание, кто у нее отец. Это вообще ни при чем. Как мальчик? Не очень. Деньги нужны на лечение. Поговорите с подругой. Здравствуйте. А папа дома? Борис, выйди. Извини, мы ужинали. Пап, врачи считают, что Павлика нужно везти в Москву к специалистам по травмам мозга. Я еще точно не знаю, сколько это стоит. Это же огромные деньги. Где же мне их взять? А что же делать? Меня сократили. Вот такой вот подарок от нового владельца. Катя не работает. Папа, я тебе верну. Мы не можем ждать, он не разговаривает, он... По полису обязаны лечить. Так и скажи им. А мне даже в долг теперь никто не даст. Ин, привет. Юль, вот возьми, на туфли копила. Участковый сказал, может, ты вспомнишь машину? Нет, я же ему все сказала. Как я могу вспомнить, если я ничего не видела? Не знаю. Ну, не видела ничего. Чего спрашиваешь? Я виновата, да, но что мне теперь делать? Да я понимаю, просто виновник должен платить за лечение. Я только из-за этого. Ну, я спрошу у мамы. Может, у нас получится еще денег собрать? Спасибо. Вот. Только Саше не говори, хорошо? Ну, может, не надо тогда? Надо. Ему сколько ни дай, все равно пропьет. Спасибо. Это вам с Павликом на дорогу. А лечиться будете в Москве по полису. Если здесь нет специалиста, пусть дают направление. Поняла меня? Я поняла. Завтра иди к заведующей и требуй. Обязана дать. Я пойду. Спасибо вам большое. А папа ни копейки не дал. С работы его сократили. Жена не работает. Ребенок маленький. Но Павлик тоже его сын. Для мужчины дети всегда на последнем месте. Ну, просто нагрузка к женщине. Живет женщина, содержит ее детей, неважно, своих или чужих. Уходит к другой и про детей забывает. Не может быть такого. Я не понимаю. Поймешь, жизнь научит. Странно, что до сих пор не научилась таким-то папой. Стоп, стоп. Сегодня только после обеда. Но мне к заведующей. Да она не принимает. Но мне срочно. У меня брат в тяжелом состоянии. У нас вся медицина в этом состоянии. Да. Так, все, уходите отсюда. Меценат приехал. А на ремонт денег надо? Где моя зарплата? Сейчас не давай. Так, ага. Ну что? Хоть бы зарплату немножко прибавили, а? Этот ваш Волгин — новый владелец химзавода. Там что-то никому не прибавили. И сокращение еще больше, чем до него. А знаешь, что я заметила? Люди, они больше любят лечиться,
чем работать. Вот он сейчас там наобещает новый аппарат УЗИ купить. И все. Любые сокращения ему простят. Но ведь если перед камерами пообещает, придется выполнять? Придется. Ладно, мне к заведующей нужно. Так сегодня-то не получится. Дети обеспечены полноценным питанием. Влажная уборка палат производится 2 раза в день. 15 лет назад это питание вообще было есть невозможно. Ну, говоря же, никакой там влажной уборки, конечно, не проводилось. Но это во взрослом отделении, правда. Ну, я тогда здесь не работала. А. Это Павлик Мещерский, самый тяжелый наш пациент. Он попал к нам после аварии. А. Привет. Меня зовут Владимир Сергеевич. У мальчика травматический невроз, он поступил в шоковом состоянии, утрачена речь и, предположительно, память. Наблюдаются трудности при ходьбе, ригидность шеи. Ну, в терминах я все равно ничего не понимаю. Это лечится? Травмы головы имеют совершенно разнообразные последствия. Но мы делаем все, что в наших силах. У нас прекрасные специалисты. Да я погляжу, у вас вообще все прекрасно. Специалисты хорошие, клиника в хорошем состоянии. Я зачем вам нужен? У нас хорошие специалисты, но денег на лекарств нет. Ага. На зарплаты тоже. Оборудование такое старое, оно совершенно не отвечает... Вы же сами говорили, что у вас нет таких специалистов. Ребят, пропустите, ребят. Это сестра. Вы знаете, родственники вечно паникуют. Это... Павлика нужно везти в Москву. Так... Здесь ему не помогут, мы зря теряем время. Мне нужно направление на лечение. У нас нет таких денег, мы не можем лечиться сами. Извините, пожалуйста, мы можем обсудить вопрос в другое время. Зачем устраивать такое показательное выступление? Да, показательное. Пообещайте, что дадите направление. Вы не понимаете, я не могу вам дать направление в Москву. Единственное, что это соседняя районная больница. Котенок. Погодите, ты сказал что-то? Котенок. Павлик! Ой, извините. Котенок. Загадка, наверное. Что он загадки любит, да, Павлик? Да. Вот, видишь, заговорил уже. Ты давай это, держись. Выздоравливай. Присаживайтесь. А, нет, я... Так, Юля, я поговорил с врачами. Павлику лучше? Да, но то, что он говорит несколько слов, это еще не окончательное выздоровление. Ему нужно пройти более углубленное обследование в Москве. Я был у вашего отца, он подписал все бумаги. Я забираю Павлика с собой. Спасибо вам большое. Пока не за что. Вот что. Мне нужно, чтобы ты поехала с ним. Павлик маленький. Необходимо, чтобы его сопровождал кто-то из взрослых. С вашим отцом я разговаривал, уговорить его невозможно. Тратить на это время, которого нет. У меня только один вывод. А у тебя? Да, да, конечно. Просто неожиданно. Ну, хорошо, вот договорились. А вы хотите кушать? О, нет, нет, спасибо. А у меня пельмени. Правда, магазинные. Пельмени? Давай. Сейчас поставлю. Спасибо. Магазинные. А это наша мама. Вы сейчас в химическом? Так здесь один институт. Филиал московского. Выбора не было. У меня вроде как был выбор, но я все равно учился на химпаке. Правда? Да. Ой, а тут вас показывают. Будете смотреть? Маленький Павлик Мещерский попал в автокатастрофу. Врачи городской больницы спасли ему жизнь, но мальчик не говорил и не узнавал родных. Однако сегодня, во время визита Владимира Сергеевича Волгина, произошло чудо. Господи, я не понимаю, почему-то они говорят чушь, а мне должно быть стыдно. Но ведь так и все было. Что было? Чудо произошло. Юль, ты же химию учишь. Чудес не бывает. Все можно объяснить, только если поглубже копнуть. Как-то вам твои пельмени не убежали?
сметанку положить? Или вы с маслом любите? Да я, честно говоря, 100 лет не ел, не помню, как я люблю. Ну, давай. Спасибо. Я вообще-то умею готовить. Mm. Знаете, какие я домашние пельмени делаю? Mm. Я вас угощу в следующий раз. Спасибо. Ой, а как же работа? А ты где работаешь? У вас. У меня? Ну, что ты сразу не сказал? Ты отпуск брала в этом году? Нет еще. Ну, значит, завтра напишу заявление на отпуск, и никаких проблем. А учишься на заочном? Да. Ну, прекрасно. Слушай, спасибо, вообще так. В детстве побывал. Есть кто дома? Привет, проходи. У меня для тебя сюрприз. На день рождения тебе шила, но придется сейчас подарить. Держи. Давай. Так. Давай. Хочу на тебя посмотреть. Давай, давай. Вау. Супер. Иди сюда. Обязательно возьми с собой. Спасибо, Ин. Только куда я там в нем пойду? Найдешь куда и с кем. Так, я же не развлекаться туда еду. Ну, не хранить себя. Никогда не знаешь, из-за какого угла шарахнет. Это точно. Я в хорошем смысле. А у тебя все равно ничего приличного нету. А балахон с местного рынка не считается. А то, что этот балахон с московской оптовки на наш рынок попал, считается, а? А на оптовку из Китая не считается. Спасибо, Ин. Носи на здоровье. А это тебе зачем? Ты что туда, развлекаться едешь? Ну, просто на всякий случай. На всякий случай. На всякий случай тебе бы лучше остаться дома. Борис должен ехать, все равно без работы сидит. Что об этом говорить? Ой, не нравится мне все это. И что это ваш Волгин так расщедрился? Просто так получилось, что я его подловила. Там телевидение было. Пришлось заигрывать роль мецената, чтобы доверие рабочих завоевать. Каких рабочих? Которых он уволил? Чувствую, неспроста все это. Ты смотри, ему руки распускать не давай. Да вы что, Светлана Алексеевна? Здрасте. Здравствуйте. Юль, позвони, как приедешь. Ага. И фотки гостиницы пришли, где будешь жить. Ладно. Прости меня. Я до сих пор не понимаю, как это все вышло. Перестань. Видишь, все нормально. Лечиться едем. Юль! Вот, возьми это от меня. Ой, Витя, да не нужно уже. Все решилось. Спасибо. Ты так вовремя. Извини, я раньше не мог. Так, не мешай мужчине быть мужчиной. Спасибо. А Павлик где? А его на скорой перевезут. Ну, давай. Пока. Спасибо. Я думала, что буду жить в гостинице. Здесь наша старая квартира. Мы тут не живем. И не сдаете? А что, идея хорошая. Вот разорюсь заводом, буду сдавать. Прошу. Спасибо. Давай, Костя. Я думала, Москва другая. Знаешь, Москва разная. И люди разные.
Впрочем, как везде. Почему вы нам помогаете? Ладно. Мой телефон знаешь. Но звонить только в самом крайнем случае. А если что, то звони Косте. Он поможет. Завтра утром поедем к Павлику. Добрый вечер, Светлана Алексеевна. Ты доехала? Почему не звонишь? Извините, не успела еще. Как устроилась? Номер хороший? Я не в гостинице. Я в квартире. Это старая квартира Владимира Сергеевича, в ней никто не живет. В квартире, значит? Ну, понятно. Но именно это я и предполагала. Ну и где этот маньяк? Владимир Сергеевич уехал домой. А что я могла сделать? Не я же выбирала, где мне жить. Я вообще сюда не поехала, вы же знаете. Я здесь из-за Павлика. Ну, на этом он тебя и подловил. Проходи. Спасибо. Юр! Здорово. Здорово. Вот, прошу, мой одноклассник Юрка Дохлый. Отличный детский невролог. Очень приятно. Я Юля. Юрий Анатольевич, пойдемте к Павлику. Mm-hmm. А как он? Он поправится? А куда он денется? Конечно, поправится. Здесь, пожалуйста, направо. И вторая дверь направо. Здравствуйте. Да не волнуйтесь, вот так. Сюда. Сюда. Прошу. Подожди. Дай людям поговорить. Рассказывай. Ну как ты? Тебе здесь нравится? Хочешь остаться здесь? Я к тебе буду часто приезжать. А это Владимир Сергеевич. Он очень хороший человек. Это он тебя сюда привез. Привет. Помнишь меня? Слушай, ты давай как-то выздоравливай. У нас с тобой дел много. Каких? Ну как каких? Зоопарк. Детский мир. Нам с тобой болеть никак нельзя, просто времени нет. Так что тебе доктор посоветует, пропишет, ты все делай. Там, если лекарства, таблетки или там уколы, ты не отлынивай, хорошо? А вы знаете загадки? Загадки? Да я как-то знал, но все забыл. Что всегда идет вперед? Что? Время. О, пойду доктору загадаю. Владимир Сергеевич, а вы заметили, Павлик только с вами разговаривал. Ну, просто я не знаком, ему интересно. Нет, вы ему почему-то нравитесь. А Сергеевич, он такой. Ну, давай. Какой? Хвали меня. Люди к тебе с доверием. А дети, как слепые котята, все хвостом чувствуют. Ну, к маньякам люди тоже с доверием. Особенно дети. Маньяк, это про тебя, да. Да это комплименты, не понимаешь просто. Продуктов купи себе. Ой, у меня же отпускные, не нужно. Знаю эти отпускные, я же тебе их плачу. Найди, не экономь. Спасибо. Погоди, сейчас поедем. Антон, ты где? Послушай, я же тебе сказал, хватит.
встанешь на ноги и будешь сам распоряжаться своей жизнью. А сейчас, пожалуйста, подъезжай в московский офис, завтра поедем на завод. Долбец. Чем мы стоим? Поехали. Это точно. Ага. Ой. Инка, мы у Павлика были. Он в шикарной клинике. Да. А потом я по Москве гуляла. Представляешь, заблудилась. Слушай, я тут тапки видела, как ты хотела. Ну да, из подрили, может, тебе купить? Да нет, Инка, спасибо. Я уже передумала. Слушай, а ты видела Антона Волгина? Нет, я только слышала, как Владимир Сергеевич ему звонил. А что? Да нет, ничего, говорят, просто он симпатичный. Привет. Привет. О, спасибо большое. У Ларки дочка залетела. Ого. Да, еще они с Артуром хотят купить новую машину. Ну что ж, я рад. И за Артура, и за Ларку. Да, великое счастье в 40 лет бабушкой стать. Конечно, все очень интересно. Я хотел тебя спросить. А почему у нас нет ужина? А у нас нет ужина? Нет. Интересно. А, кажется, ты уволил домработницу. Ты сказала, что она воровала? Да, она воровала, но она и еду готовила. Ну хорошо, что мы будем есть? Мне рекомендовали одну тетку. Нет, до тетки, что мы будем есть? Да что с тобой сегодня такое? Ты видел время? Поздно уже есть, иди спи. Могла бы сама приготовить. Знаешь, я настоялась уже у плиты. Если тебе нужна кухарка, это не ко мне. Мне нужна жена. У тебя есть пока жена, что ты еще хочешь? Я хочу есть. Ну так закажи из ресторана. И да, кстати, оставь в покое Антона. Он не хочет ездить на тот твой завод. Да? А он тебе не сообщил, сколько он еще собирается сидеть у меня на шее? Интересный ты человек. Сначала разбаловал ребенка. Сейчас вдруг опомнился и захотел гайки закручивать. Какой реакции ты ждал? Я ждал реакции взрослого человека. Только ты не дал ему вырасти. Все. Кофе мне сваришь? Ну, да, спасибо. Ты как все это выбирал? По цвету коробочек, что ли? Просто я этого никогда не ела. А? Боюсь, такой возможности больше не будет. Я найду. Здесь. Ну что, понравилось? Я только суши успел попробовать. Угу. Мне не очень. Суши – это такое дело. К ним нужно привыкнуть. А зачем мне к ним привыкать? Как зачем? Чтобы понравились. Зачем? Ну, здесь тебе вообще, может, многое не нравится.
Я даже не о еде, а вообще, так сказать, о жизни. Ну, если она тебе сейчас не нравится, это же не значит, что она такая плохая. Просто к ней надо привыкнуть, глядишь, понравится. Это я знаю. У нас мама умерла, а папа иногда на улице отворачивается, боится, что мы денег попросим. Мы с Павликом привыкли. Прости, я просто... Я пельмени домашних налепила. А сварить не могу. Тут такая техника, боюсь сломать. Да ладно, все просто. Давай ночью. Доставай свои пельмени. Смотри, вот эта кнопка плита включается. Раз. Вот 4 конфорки. Здесь температура выставляется плюсиком. Вот плюсик, видишь? От 1 до 9. Чик-чик. Вот. Хорошо готовишь. Мама научила. Она в столовой на химзаводе работала. Понятно. Прости, а с мамой что случилось? Рак. Павлику всего 2 года было. А отец что? Он начал встречаться с другой женщиной, когда еще мама была жива. Я потом узнала. Ну, он нам помогает. Иногда. Квартиру оставил. Знаешь... Это, конечно, его не оправдывает. А я и не оправдываю. Мама на него кричала, ругалась. Наверное, поэтому он ушел. Слушай, Юль, а можно я тут переночу? Это же ваша квартира. Почему вы спрашиваете? Доброй ночи. Погоди. Слушай, посиди немного со мной. Я ж тебя не съем. Давно не играл. Здорово. Да. У моей подруги Инны папа тоже на гитаре умеет. Я ей тогда завидовала. Очень хорошо играл. Да как сказать, я в этом не разбираюсь. Мне тогда казалось прям супер. А кто у нее отец? Как сказать, он в тюрьме периодически. Мурка, значит, басит? Да. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, та-та-та-та, мы прощай. Алло. Доброе утро. Не разбудил? Нет. Чугался как пролетарский. Нет, я не тебе. Я там деньги оставила на столе на кухне. Я еще тебя не потратила. Ну, купи что-нибудь Павлику. Ладно, спасибо. А вы... Та-дам! Здорово. Нравится, да? А мне папа вотчи подарил. Ух ты! А к тебе папа приезжал? Другой папа. Как это другой? Павлик, кто тебе это подарил? Дядя Логин. Владимир Сергеевич, что ли, приезжал сегодня? Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Молодец, все в порядке. Скажите, пожалуйста. Да. А Владимир Сергеевич был сегодня у Павлика? Был, да, утром. Это он начал называть его папой?
Я не знаю, чему он его учил. А вам это неприятно? Но это же неправда. Я не хочу, чтобы Павлика обманывали. Чего, проблемы? Да нет, просто так. Устал. Куда едем-то? Да я чуть не могу сообразить сейчас. Алло. Альбин, привет. Слушай, я что-то забыл сказать. Сегодня вечером презентация детского клуба, там всякие журналисты будут знакомы. Пойдешь? Конечно, нет. Мог бы и не спрашивать. Сергеич, а ты Юлю туда возьми. Ей-то зачем? Девчонка киснет, из больницы не вылезает. Не, ну ты сам решай, я что, я так предложил. Поехали на старую квартиру. Здравствуйте. Привет. Заходи. Ну что, Золушка, поехали на бал? На какой бал? Да так просто, развеяться. А как одеваться? Можно просто джинсы. Джинсы? А у меня платье есть. Мы попали в нее с платья. Ну как? А может, все-таки лучше джинсы? Я лучше тогда не поеду. Ты что, Сергеич? Ты же сейчас на бал позвал, а нарядиться не даешь. Ты видишь, как она нарядилась? Родной деревню не запахло? Есть. Значит так. Дуй к Женьке, вези его сюда, им сейчас звоню. Вот так, да? Интересно. Женя, привет, ты. Слушай, сейчас Костя заедет. Сможешь с ним ко мне приехать? Да, по старому адресу. Давай, спасибо. Да, обещаю, давай. Сейчас приедет фея. Немного над тобой поколдует. Фея? Виктор? Да? Мне вас рекомендовали как хорошего автоэлектрика. Посмотрите машину. Ну, вы, наверное, у официалов обслуживаете. С чего я буду смотреть? Официалов в вашей дыре нет. А мне надо ехать. Ну, так что, посмотрите? Что вас беспокоит? Заводите машину. Все в порядке. Че, так на глазок и на слух определили? Ну, как, оборудования у меня здесь нет. Оборудования нет. Я вижу. Но с машиной действительно все в порядке.
А что это? Тест какой-то? Вы кто? Я Михаил Платонов. Отец? Это фея. Кто? А, я просто забыл, как ты правильно называешься. Назвал тебя феей. Я называю себя просто. Творческий человек. Если более понятно, имидж-консультант. Ну и, конечно же, практик. Это Женя Калинин. Один из лучших имиджмейкеров Москвы. Один из? Ну. Ладно, проехали. Что будем делать? Ну, что, полный комплект. Там прическа, макияж, одежда. Да, хорошо. Так, боже мой, это же чистая икона. Ну, давай только это, без фанатизма. Знаешь, на фанатизм у нас нет времени. Mm. Ну что же, приступим? Ну что, ты готов? Да, у меня сегодня выходной. Но я еще маме обещал помочь. Надо на даче фильтр поменять. О, вы купили дачу? Да нет, это мы так бабушкин дом называем. Моя бывшая теща умерла? Да, она умерла через полгода, как ты ушел от нас. Но я ни ее, ни тебя толком не помню. В общем, ладно, надо вечером сегодня увидеться. У меня к тебе серьезный разговор. Какой? Встретимся, поговорим. Только маме ничего не говори. Она будет против. Я не думаю, что она изменилась. Ну давай, телефон, созвонимся? Ну давай, телефон. Ну что ты ведешь себя, как маленький ребенок? Я приехал к взрослому сыну. 8. Отлично. По-моему, просто отлично, учитывая время, которое у меня не было. Ну, нравится? Прическа классная. Макияж ничего. Ничего? Володь, она сказала ничего? Да. Ну, вот этот балахон. Балахон? Между прочим, это платье из моей новой коллекции в стиле Боха. Я вообще не люблю все эти современные стили, всегда иду против течения, но Бог — это исключение. Это Клондайк для творческого человека. Ты когда-нибудь видела такое сочетание фактур? Я не очень в моде разбираюсь. Вот, а я очень. Ты сегодня будешь звездой. К тебе будут подходить люди и спрашивать, кто? Кто это шил? Иль, ты действительно просто, ну, очаровательна. Правда. И поехали, а то мы опоздаем. Угу. Вы не обижайтесь на меня. Я из Златокаменска. А я из Златополева. А это где? Ладно, проехали. Спасибо. Ну вот, вот так примерно. Здесь много недоделано. Там еще будет игровая зона, знаешь, такая. Ну, здесь, кстати, несколько моих партнеров, с которыми я все это организовал. Вот. Я тебя познакомлю. Люди очень приятные, правда. Вот, кстати. Здравствуй. Здравствуйте. Юрия, добрый. Тебя покину буквально на 5 минут. Угу. Хорошо. Пошли. Обожаю Бога. Где купила? А, мне подарили. А не знаешь, где взяли? Я просто маму китайцев по интернету заказываю. Это наш дизайнер Женя Калинин. Может, слышали? Калинин? Так, ну-ка, встань сюда. Угу. Чуть-чуть правее. Угу. Слушай, он же эту коллекцию не представлял еще? Нет. Да, я бы знала. Тебе супер как идет. Привет. Привет. Ну, где тут у вас можно прилично посидеть? Что значит прилично? И чтобы потом друзьям было не стыдно рассказать. Твоим? Твоим. У меня друзья нормальные. Их такими понтами не проймешь. Да. Лет 20 с лишним назад самый приличный кабак в городе был на Индустриальной. И сейчас там кафе. Прилично.
модная. Отлично. Поехали. Может быть, за руль сядешь? Попробуешь немца. Ну, давай. Заводи. А знаешь, что я хочу? Я хочу себе купить эспадрильи. Такие клевые видела, но у нас вот на рынке на местном. Не прикольно. А где ты? Где ты видела? Ну, я в интернете посмотрела. Такие на большой платформочке, такие с таким узеньким носиком. Вообще здорово. Здорово. Здравствуй, Инн. Привет. Пойдем. Здравствуйте. А кто это с Витькой? Без понятия. Инна, а не знаешь, что это тачка? И почему он за рулем? Не знаю, мне-то что. Ну как, нравится? Да. Жалко, что Павлика с нами нет. Ему бы тут очень понравилось. Ну что? Пойдем, что ли, к столу? Угу. Я бы хотела попить. Попить? Да. Момент. Так. Оп. Спасибо. Так, ну что тебе положить? Так. Держи. Спасибо. Да не за что. Держи. Что-то как-то неуютно так кушать. Как на вокзале, действительно. Да? Слушай, а может, сбежим отсюда? А вы все дела сделали? Да дело-то здесь. Просто появиться нужно было. Между прочим, так, для информации. Алименты твоей маме я платил с немецкой педантичностью. День в день, копеечка в копеечку. Знаю. Тебе спасибо сказать? Спасибо. Да, ловко твоя мама тебя против меня накрутила. Я тебя первый раз в жизни вижу. Чего меня накручивать? Я не приезжал из-за твоей мамы. Она мне много раз сказала, не хочу тебя видеть никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну, я-то тебе этого не говорил. Ну, что мне нужно было тебя через суд отбирать? Украсть, конфеты тайком передавать? Ну, ты вот взрослый человек. Как ты себе это представляешь? Не знаю. Я не понимаю, как можно бросить женщину с ребенком. Хорошенькая. Мы, кажется, отошли от темы. Нормальную семью с твоей мамой я создать не сумел. Ее представление «дом» — это как воспитательная организация. Или даже исправительное учреждение. Она всегда ведет себя как директор школы. А мне надоело быть учеником. А ты что, приехал оправдываться? Я приехал с тобой серьезно поговорить. О чем? Это за ужин, и девочка свою угости. Потом поговорим. Дарвин. Что случилось? Да, хорошо. Да, я буду. Скоро. Случилось что? Костя, останови.
Юлю домой отвези, а я на такси. Помощь нужна? Нет. Ну, что случилось? Где болит? Нигде особенно, но ноть сильно. А. Как же это так, а? Я не знаю, наверное, на тренажере потянула. А. У меня заболела нога, я поехала домой. Еле доехала, а у подъезда подвернула ногу. А. В общем, я не знаю, может быть, у меня вообще там перелом? Да нет там никакого перелома. Нет. Ну, что-то мне ты стал звонить. А кому еще? Спасибо, Витяк. Классно отдохнули. Инусик, не балуйся. За 200 довезете? Возьмите. Инна. Ну все, пока. Кстати, Ин, ты знаешь, это был мой отец. Ого, откуда он взялся? А, это мы сейчас на его деньги гуляли, да? Ну, да, мама еще не знает, что он здесь. Ты своей не говори на всякий случай. Ой, да нужны вы мне. Не бойся, не скажу. Здравствуй, Юля. Это Светлана Алексеевна. Да, здравствуйте, Светлана Алексеевна. Как Павлик? Вы там не загостились? У тебя разве отпуск не закончился? Нет. Ну как нет, Павлик? Ну ты что, не скучаешь по дому? Нет. Ну а какой у тебя там двор вспомнил? Друзья. Как вы тут? Здравствуйте. Здрасте. По-моему, Павлик уже совершенно здоров. Ну, в общем, конечно, да. Медикаментозную терапию мы давно отменили, но можно еще походить на массаж. Бассейн у нас очень хороший. О, кстати, я научился плавать. Да. Молодец. Мне кажется, что это уже излишество. Мы можем поехать домой, я правильно понимаю? Обсудите это с Владимиром Сергеевичем. Я же просил не беспокоить меня по пустякам днем. До вечера это терпит? Извините. Ничего. Ну хорошо, во что нам вылезет эта благотворительность? Это не благотворительность, мы все рассчитали. Ага, не благотворительность? А где эти расчеты? Владимир Сергеевич, вы есть хотите? Послушай, ты что, по этому вопросу звонила? Нет, по-другому. Ладно, давай. По порядку. Есть я действительно хочу. Ты просто позвонила, когда у меня шло совещание. Извините. Бывает. Павлик здоров. Почему его не выписывают? Почему это решаете вы, а не врачи?
Простите, я просто смотался на работе. Павлик здоров. Угу. Ну что же, это просто здорово. Просто прекрасно. Оставайтесь еще ненадолго. А зачем? Владимир Сергеевич, я вам очень благодарна. Вы даже не представляете, насколько. Ну, я живу на ваши деньги. Юля. Меня с работы уволят, у меня отпуск закончился. Господи. Кто тебя уволит? И вообще, у Павлика день рождения. Я бы его хотел отпраздновать здесь, в Москве. Вместе с вами. Оставайтесь. Откуда вы знаете? Что? Про день рождения. Из медицинской карточки. А, ну да. Спасибо. Павлик, надо поесть, полдня уже играешь. Нет! Да. Погоди, Паш, ну действительно надо немного подкрепиться. Ты что больше любишь, вкусное или невкусное? Вкусное! Правильный выбор, пошли. Ну что, выбрала? Да, салат и капучино. Ну а я какой-нибудь там тоже кофе и салат. А ты что будешь? Пап, и мне тоже. Ты будешь какао и салат, хорошо? Давай, пап. Слушай, ты вспотел весь, пойдем-ка переоденемся. Ой, а я ничего не взяла переодеваться. Я взял. Ребят, мне деньги срочно нужны. Кто может до зарплаты дать? Что, займы? А сколько надо-то? Ну, считай, вся зарплата. Ого! Ты что, ремонт затеял? Да нет. Я знаю, это женщина. Больше некому. Да ладно, вы Шутька знаете, он отдаст. Вечером на карту скину. Я тоже тебе вечером скину, тоже помогу. И я поучаствую в спасательной операции. Ты, главное, жениться не торопись, а то совсем без парток останешься. Кто про что, а вшивый про баню. Спасибо, мужики. Да ладно, стой. Инка, Павлика вообще не оторвать было. Угу. Увели только с обещанием вернуться. Но ведь не вернемся же. Представляешь, он Волгина папой называет. Быстрый парень сориентировался, какой папа лучше. Если ты о деньгах, то он этого не понимает еще. А я не понимаю, почему Владимир Сергеевич не исправляет его. Понимаешь, для Павлика это все серьезно. Не знаю, как он потом сможет вернуться к прежней жизни. Ну, а Волгину чего беспокоиться? Это, Юль, теперь твои трудности. Когда я ем, я глухой нем. В детстве не учили? Некому было. Чего? Инна, ешь. Да, мне что-то свининка суховата. Шейку надо брать тогда, самый цимус. А ты заработал на цимус на этот? Сколько тебя прошу на работу устроиться? Люд, я же тебе говорил, работать от слова «раб», а я не раб. Статья 209 Уголовного кодекса РСФСР. Чего? Тунеядство. Лечилась ли с повалом? Не, мать, ты слышишь, а? Как яйца курицу жить учат. А ну, извинись, хамит и хамит отцу. Да какой ты отец.
Ничего. Инна. Извинись, я говорю. Инна, Саша, пожалуйста. Да сядь ты уже, вскочила. Стасья, вот какую знает, а? Эсеровскую. О, ты смотри, а нам тут пожрать приготовили. Красота. Ты сказал, никого нет. Я сейчас полицию вызову. Значит, не понял. Слушай, она так симпатичная. Нам как раз такой не хватало, да? А вы Антон Волгин? Да я-то Волгин, а ты кто такая? А я здесь живу, временно. Владимир Сергеевич сказал, что квартира свободна. А мне папа сказал, что квартира и все, что в ней, в моем распоряжении. Ну так, может, поделишься тогда, а? Да, конечно, валяй, ты че? Все придурки. Чего, Ваня, че, первый раз, что ли, а? Че, ты все забыл? Я тут из-за брата! Из какого брата? А брат-то где? Где брат? Где твой брат? Брат, а? Его машина сбила, он в больнице. Владимир Сергеевич, слушай, ты можешь не бить, а? Из Золотокаменска? Да. Пошли. Пошли. Антох, ты че? Тронешь ее, убью, понял? Антох. Антох, ты че, а? Что сделали? Ничего. Вы приходили зачем? Я не знаю. Почему вы мне не сказали, что я живу в квартире вашего сына? Это моя квартира. Он то же самое сказал. Юль, во-первых, Антон болтун. Во-вторых, лоботряс. Каких мало. Я как-то пытался привлечь его к работе, пока плохо получается. Он вырос избалованным лентяем. И виноват в этом я. Слушай, не торопись уезжать. Я из-за Павлика. Когда сын был маленький, я совсем им не занимался. Работы было много. А что, вы сейчас меньше работаете? Да сейчас я понимаю, что я ошибся. Только поздно уже. Сын вырос. Я ему больше не нужен. А Павлик ко мне вроде как привязался. Нам надо ехать, Владимир Сергеевич. У Павлика есть папа, у вас Антон. Хорошо. Я завтра позвоню в клинику. Пусть готовят документ на выписку. Да, если нужно помочь с вещами, игрушки там. Костя все сделает. Спасибо. Добрый вечер. Ого, что так официально-то? Привет, сын. Ну что, может быть, за руль сядешь? Нет, давай никуда не поедем. И без своих тестов. Хорошо? Хорошо. Что такое? Ты что, девушку никуда не пригласил? Пригласил. На свои. Ты, кажется, о чем-то хотел поговорить?
Да. Я уже давно живу на две страны. В Германии у меня двоюродный брат, который раньше меня переехал. А семья где? У меня нет семьи. Мама говорила, что ты ушел от нас к женщине с двумя детьми. Ей особенно было обидно, что от своего ребенка к чужим. Да, там не сложилось как-то. В общем, я один. Занимаюсь бизнесом, перегоняю машины из Германии в Россию. Я не миллионер, но на достойную жизнь хватает. Короче, я приехал за тобой. Мне нужен наследник или преемник, называй как хочешь. Это не к тому, что я умирать собрался. И племянники у меня есть, и брат, и семья большая. Они с радостью растащат все. Если что. Но при чем здесь племянники, если у меня есть родной сын? Я понимаю, что я свалился, как снег на голову, и ты никуда не собирался ехать. Не собирался. В Германии мне было очень тяжело. Брат мне, конечно, помогал, но не в бизнесе. Я все сделал сам. А у тебя будет хороший старт. Я тебе дам достойное начало. Ну что, вот так все бросить? А что все бросить? Что у тебя здесь есть, кроме долгов и бесперспективной работы? Прошу тебя, подумай. Я в городе еще несколько дней. Ну что, может быть, все-таки сядешь за руль? Прокатимся. Да, Антон. Можем, конечно, когда? Нет, сейчас я не могу, у меня встреча в мэрии. Погоди. Ладно, давай, подъезжай в офис. Отбой. Вить, ты что, соскучился? Ин, меня отец с собой в Германию зовет. У него там бизнес. Поедешь со мной? Ну ты даешь. А в качестве кого я туда поеду? В качестве моей жены. Слушай, Вить, ты что, сумасшедший? А ты мне не веришь? Да почему верю? Вот только ты бегаешь за мной, я тебя. Должен был давно все понять. На что ты надеешься? Отцовскими деньгами мне купить? Я сам заработаю. И я тебя не покупаю. Я тебя люблю. Мне без тебя ничего не нужно. Ты точно чокнутый. Я буду ждать ответ. Да, Дмитрий Евгеньевич, да, здесь две цистерны наши, а остальные уезжают в Оренбургскую область, поселок Домбаров. Я вам завтрак заказал. Да, да. Все, все, до связи, да. Спасибо. Ого. Угу. Все, как ты любишь. На какие деньги будем пировать? У Мишки занял. Занял? Угу. Отдавать чего будешь? Заработаю. Молодец. Слова не мальчика, но мужа. Я займусь химзаводом, но при одном условии. Если ты не бросишь маму. А почему ты решил, что я собираюсь ее бросить? Из-за той девицы в нашей квартире. Та девица в нашей квартире. Сестра сбитого мальчика. Она тебе сказала. До тебя не дошло? А до меня не дошло, с каких пор в программу лечения входит посещение детского клуба. Про клуб откуда знаешь? Спутники-шпионы, пап.
Мама знает? Знает. Плохо. Не бросай ее больше, пап. Что? А чего ты сейчас улыбался? Ты не подумал, что она еще кому-то отправила эти фотографии? Даже не сомневаюсь. Над нами смеются, тебе все равно, мне нет. Если бы твоя подруга знала, почему этот мальчик здесь, ей бы не было так смешно. А ты не передергивай, хватит все сваливать на мальчика. Тут вообще-то еще девочка есть. О, девочка? Да. Ты что же это, ревнуешь, что ли? Даже не знаю, радоваться, огорчаться. А мне вообще все равно. Знаешь, делай, что хочешь. Только не на глазах у всех. Им правда пора уезжать отсюда. Все думают, что ты мне изменяешь с этой деревенской девкой. Неужели это я сделал тебя такой? Нет, сегодня никак не получится. Давайте на следующей неделе. Да, спасибо и извините еще раз. Спасибо. Весь день к чертям полетел, все встречи пришлось отменить. Ну, дома отдохнешь. Дома? Угу. А где у меня дом, не знаешь, старик? Чего ж так сложно-то все? Альбина обиделась на меня из-за Юли. Ее подруга видела нас в детском клубе. Но я ее. Ну, что тут поделаешь? Такая женская натура. Да главное, знаешь, что ее заботит? Ее волнует, что подруги скажут. Я бы ревновал, что ли. Зачем? Думаешь, я ревную, значит, любит? Типа того. А я думаю, иначе. Ревнует человек слабый, когда боится чего-то. Твоя супруга совсем не такая. А какая? Мне кажется, я до сих пор не знаю, какая. Ну, давай, поехали все. Привет. О, собираешься? Да. А вы договорились с дядей Костей? Он привезет нас с игрушками? Да, конечно. Слушай, я все-таки не уверен, что вам надо уезжать. Как это? Я предлагаю тебе остаться в Москве. С работой помогу. Жильем тоже решим. Нет, не нужно, спасибо. Погоди, ну что значит не нужно? У вас будет совсем другая жизнь. А там в этом с вами вы пропадете просто. Не пропадем. Здесь тоже не рай. Мы поедем домой, и я не буду вашей содержанкой. Да какой содержанкой? Ты что придумала? Ну я же сказал, работу найду, будешь сама зарабатывать. Квартиру купим. Ну, конечно, не в центре, но нормально. Я же все это ради Павлика делаю. Я тебе объяснял, почему. Объясняли. Хотите переписать жизнь набело, но ваш сын не черновик. Да. Правильно. Не черновик. Но с сыном я сам разберусь. А ты о брате подумай. Подумай, что для него действительно важно. Я не могу здесь остаться. Отпустите нас, пожалуйста. Не надо никаких игрушек. Мы почему? Едем. Почему? Я люблю вас. Девочка. Нет. Ты... Ты просто перепутала благодарность с любовью. Я ничего не перепутала. Я люблю вас, Владимир Сергеевич. Нет, Юля, ты это все придумала. Я учебу забросила, мне ничего в голову не идет. Юль, это как болезнь, правда? Это перегорит, это пройдет. Я тоже так думала. Не проходит, отпустите, пожалуйста. Никому я больше не показывала эти фотографии. Но за кого ты меня принимаешь? Да дело вообще не в этом. А в чем?
Ты девки этой, что ли, испугалась? Да не уйдет он от тебя. До сих пор же не ушел. Ну и потом, если уйдет, он же тебе все до копейки оставит. Ну ты мужика своего не знаешь, что ли? Я даже не думала об этом. Ну о чем ты думала? Я просто все эти дни вспоминаю ту аварию. Я ведь не хотела его сразу бросить. Я пошла к врачу, но когда услышала все эти страшные слова, катетеры, пролежни, я испугалась. Ну, в такой ситуации я бы тоже испугалась. Но он-то не испугался меня вернуть. Меня, такую, какая я есть. И я все время об этом помню, что он лучше меня. Он так не думает. Он из-за тебя поднялся. Он тебе благодарен. Лар, ну я-то про себя все знаю. И если честно, вот даже думаю иногда, ну изменил бы хоть бы раз. Оказался бы виноват. Не каркай. Зачем сказала? Владимир Сергеевич. Вот. Ты меня даже по имени назвать не можешь. Владимир Сергеевич. А ты знаешь, сколько мне лет? Мне самому иногда страшно, сколько. А ты... Ты знаешь, какой бываю? Я иногда весь мир ненавижу. И себя тоже. Я... Знаешь, сколько лет таких слов не слышал? То есть, слышал. Но по-другому. Я люблю вас. Люблю. Прости. Ну что, мужики, пока, до завтра. Я выходной завтра. О, классно. Ну, как говорится, датчикам привет передавай. Хорошо. Пойдем. А ты как проехал, пап? Мы же закрыты. Надо уметь договариваться. Ну что, я за ответом все решил. Германия тебя ждет. Я еду. Молодец. Молодец. Я очень рад. Правда. Но не один. Послушай. Не надо меня мирить с мамой. Это ни мне не надо, ни ей. Это я знаю. Я поеду со своей женой. Какой женой? Ты что, женат? Когда ты успел жениться-то? У меня есть невеста. Инна. Ты тогда ее видел в кафе. А это... Ну, если честно, мне кажется, это неумно. Тащить в Германию своих девок. Но там этого добра хватает, поверь мне. Она не девка. Она моя любимая девушка. Сынок, Вить, ну, на мой взгляд, ты понимаешь, ну, ты меня разочаровываешь, это неумно. Пап, ты появился из ниоткуда. Пытаешься меня перевести в другую страну. Забираешь меня у мамы, у любимой девушки. А что взамен? Твоя машина? Да, машина хорошая. Но она того не стоит. Я... Тогда я не еду. Может быть, я тебя подвезу, поговорим? Нет, спасибо. У меня работа. До свидания, отец. У тебя есть один день раздумья. Пожалуйста, не вмешивай свои эмоции. Речь идет о здоровье Павлика. Завтра вечером скажешь мне свое окончательное решение. Хорошо. Владимир Сергеевич. Да. Знаете, какой вы хороший. Сам себе удивляюсь. Thank you.
Ну чего, Вить? Дверь давно надо менять, а не замок. Ремонт будем делать, тогда и поменяем. Чё, к Надежде, что ли, приехать? Опять у нас ставит, а? Нет, мама, это к нам. Здравствуй, Свет. Здравствуй, Миш. Виктор, это твой отец. Я знаю. Ну, тогда, раз все друг друга знают, пойдемте в дом. Свет. Тороплюсь. Виктор, я хочу извиниться, я погорячился. Конечно, ты можешь приехать ко мне, остановиться у меня и жить с тем, с кем ты считаешь нужным. Мам, я хотел объяснить. Я все поняла, не надо повторять. Мое мнение тебя не интересует, решай сам. Это неправда. Просто хочу, чтобы ты меня поняла и отпустила, мам. Я тебя отпускаю. А понять ты сам еще себя не можешь. Я же тебя не бросаю. Я же буду к тебе приезжать, помогать. Мы вместе будем помогать. От тебя, Миша, мне ничего не нужно. Виктор, отец ждет, не задерживай его. Я тоже хочу узнать твое окончательное решение. Без лирики. Я должен встретиться с Инной. Иди. Мам, за тобой заехать или... Я сам могу отвезти. У меня что, ног нет? Иди. Чай остыл. Да, спасибо. Мне тоже пора. Ты вырастила хорошего сына. Инна! Привет. Давай сумки. Ну, что ты решила? Все так неожиданно, ведь. И мне бы, конечно, очень хотелось ехать отсюда. Ну, все. Этого достаточно, ты уедешь. Привет, Инна. Не помешаю? Я не поеду, ведь. Сумочки заберу? Я так долго ждала, что ты позвонишь. Слушай, дел было очень много, просто забегался. Да, пап. Нет, я не передумаю.
Я сначала тебя очень ждала, а потом... И потом ждала. А что не позвонила-то? Так у меня телефона твоего не было. Ты... Вроде в прошлый раз на другой машине приезжал. На отцовск, а что? Ничего. Машина просто очень красивая. Взял у него один раз покататься, так и то он недовольный был. Что? Честно? Я думала, что это ты Павлика сбил. Какого Павлика? Ну, брат моей подруги, это я с ним была. А машина, которая его сбила, очень была похожа на ту, на которой ты был в клубе. Но я следак и сказала, что ничего не видела. Почему? Ну, я не могла тебя сдать. Но я отца твоего тоже не сдам, потому что он пацана вылечил. Слушай, а я у тебя в машине пакеты оставила. Да, она закрыта, не украдут. Но там ментай замороженный. Был замороженный. Кто? Ментай. Ну, рыба такая. Что, есть такая рыба? Да, ты что, не знал? Нет. Форельку, нерку знаю, а... осетринку люблю. А ментай не знаю. Ну, теперь ты точно будешь знать ментай. Он тебя так провоняет всю машину, что тройным одеколоном не перебьешь. Каким одеколоном? Ну что, жизнь налаживается? Алло? Детка, привет. Сама хотела тебе звонить. Юлька, представляешь? У меня роман с Антоном Волгиным. Так все закрутилось, я помнить не могу. Шла вчера из магазина с сумками, как дура. А он такой, давай помогу. Инка, я ведь вот что тебе звоню. Подожди, не перебивай. Дай сказать, это важно. У меня сейчас такое настроение. Пользуйся. В общем, я видела машину, которая сбила Павлика. Я думала, что это Антон Волгин. Юль, прости меня, я не могла тебе сказать, я никому не могла сказать. Я влюбилась как дура, голову потеряла. Я не могла его сдать. Знаешь, как мой отец говорит, один раз подцепит, и вся жизнь в парашу. Ты видела машину? Ну, говорю уже, да. Но это не Антон, у него другая машина. У отца он машину брал один раз, то есть сбил Павлика сам Волгин. Ну, и поэтому он взял его лечиться в Москву. Ну, ему же тут еще химзаводом рулить, а тут такое... Ну, ведь он, главное, вылечил Павлика. Нам их дядя Костя привезет. Мы сами не дотащим. А когда? Когда у него будет время. А как мы сейчас поедем? На метро. А такси? Павлик, как ты быстро разбаловался. Идем, идем, идем. Ну, можно хотя бы попрощаться? Ну, пожалуйста. Павлик. А мы опять тут будем жить? Да. Я не хочу, я хочу к дяде Волгину. Павлик, мне только твоих капризов сейчас не хватает. Я хочу к папе. Наш папа живет здесь. Мы приехали домой. Владимир Сергеевич тебе не папа. Папа! Нет, он чужой человек. У него свой сын. Мы ему не нужны. Ну, пошли. Пошли. Хватит! Павлик, прости, 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 пожалуйста. Сергеич, может, домой сначала? Кость. Ну, как скажешь. Света нет. Ну, спать легли пораньше. А давай-ка я с тобой поднимусь, а?
Борис, здравствуйте, это Волгин. Это не Борис, это его жена. Борис телефон дома забыл. Здравствуйте, Катя. Это Волгин из Москвы. Скажите, Юля с Павликом у вас? Я думала, они у вас. Да там они, там, дома. К отцу не пойду, сам знаешь. Сбежали все-таки. Сергеич, ты все делал правильно. Но они вернули свою жизнь. Отпусти их. Чего надо? Это моя квартира. Девушка, я ничего не знаю. Я заплатила Борису за 3 месяца вперед. Он что, сдал квартиру? Девушка, у меня ребенок плачет. Юля, вы уже приехали? Приехали. А там квартиранка. Так, пошли к нам. Пошли. Держи, малыш. Ешь. Я такое не ем. Ну, а что ж ты ешь? Не обращайте внимания, разбаловался там. А давно у нас квартирантка? Да как вы уехали, почти сразу появилась. А что ж ты не сказала Юле? Могла бы позвонить. Так я думала, Юлька знает. Ну, Борис, разве так можно? Тетя Люд, спасибо, что вы нас приютили. А можно я Павлику у вас оставлю, а сама к отцу съезжу? Чего-то дозвониться до него не могу. Да, конечно, оставляй. Останешься с нами? Нет, я поеду к папе Волгину. Кому? Так, Павлик, чтобы я больше этого не слышала. Останется, куда же он денется? Ина, а ты куда? Мам. Ешь. Держи хлебушек. Ну и как тебе, Волгин? Никак. Ну а все-таки почему? Павлик называет Волгина папой. Я же тебе говорила, привык. Отучить не могу. Юль, что у вас там случилось? Ничего. А почему ты такая? А какая должна быть? Оказывается, это Волгин сбил Павлика. Да, но он же его вылечил. Другой на его месте просто бы сбежал, а Волгину и бегать не надо, у него столько денег. Он до всех купил. Не знаю. Я думала, он не такой. А что ты думала, что он собирает всех детей по больницам и тащит их в Москву лечиться? А, еще сестер селит у себя в квартире и дает им деньги. Юль, а у вас с ним ничего не было? Было, да? Перестань, Ин. Ладно, потом расскажешь. А меня ждут. Здравствуйте. А папу позовите, пожалуйста. Нету его. На шабашку он уехал. Телефон дома забыл. В выходные вернется, будет разбираться. А до выходных нам куда? У нас квартира занята. А вас никто не ждал. Волгин сказал, что вам в Москве нравится. Что значит нравится? Павлика выписали из больницы, мы и вернулись. Вернулись. Про отца вспомнила. А когда там у олигарха жила, ни разу не поинтересовалась, как у отца дела, как его здоровье. А отец болел, между прочим, в больнице лежал с давлением. Мы последние деньги потратили на лекарства, в долги влезли. Квартиру эту сдали, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Знаете, папа нам тоже ни разу не звонил. Ни разу. Скажите, чтобы он квартиру освободил, нам жить негде. Юля! Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Ты почему не предупредила, что возвращаетесь? А сейчас почему к люди пошла? Ты понимаешь, ребенка к уголовнику потащила. У нас квартиранка. Да знаю я. А почему ко мне не пришла? Светлана Алексеевна, я ехала домой. Я не знала, что квартира занята. Я ничего понять не успела. Я не понимаю, как так без головы все делается. Ты почему не сказала, что Павлика выписывают?
Не успела. Юль, посмотри на меня. Что там у вас случилось? И вы тоже. Да и ничего не случилось. Ничего. Ты почему на меня кричишь? Наигрался с тобой, Волга. Да перестаньте уже, сколько можно. Ты с ним спала? Ты хотя бы предохранялась? Ты понимаешь, сколько у него таких, как ты? Не спала, но жалею об этом. Я говорила, что так будет. Наиграется он с тобой. Вот и наигрался. Жаль. Не такую жену я хотела своему сыну. А я и не навязываюсь. Это вы своего Витю ко мне пристроить хотите? Мне он не нужен. Ну что, спим? Давай, малой, ходи, не зевай. Есть чем ходить-то? О, девяточка. Тетя Люд, а можно мы у вас до выходных еще побудем? Бита? Да, конечно, побудь. Бита. Спасибо. Подожди, а Инна не с тобой? Да на свидание она. Ты в ее годы вообще уже родила. Да нет у нее никого. Слушай, она чует, она где? Ты что думаешь, я не вижу? Думаю, не видишь. Все глаза водкой залил. Да не переживай, придет домой, выпарю. И посмотрю, что выше меня вымахала. Только попробуй ее хоть пальцем тронуть. Угу! Да, Юля. Владимир Сергеевич, мы дома. Я знаю. Я звонил твоей Светлане Алексеевне. Юль, я не считаю твое решение правильным. И настаивать больше не буду. Я по-прежнему готов принять участие в судьбе Павлика. Ты можешь позвонить в любой момент, я помогу. Потому что это вы его сбили на машине. Боитесь огласки? Вполне достаточно того, что вы помогли с лечением. Я никому ничего не скажу. Знаешь, я уже мало чего боюсь. Так это правда? А теперь это имеет значение? Я не знаю. Замок новый, хороший. Все равно давно хотел сменить. А как же квартиранка? Она же с ребенком. Поскандалила, конечно. Но я ей все до копейки вернул. Ты не сердись, дочка. Я ведь все про Павлика знал. Мне Владимир Сергеевич телефон его доктора дал. Я ему каждый вечер звонил. Надоел, наверное. Так. Пап, а что у тебя с давлением? Что с давлением? Подлечили и огурец. А, ты вот, возьми, купи что-нибудь Павлику, а то я не угадаю опять. Бери, бери. Ты не сердись, дочка, за квартиру. Катя на работу хотела устроиться. Ей выходить, а дочка заболела. Она вообще у нас слабенькая. Катю не берут никуда. Она все на больничных. А дочку на море бы свозить. Тебя он так и не свозил. Павлик! Павлик! Иди сюда с папой, поздоровайся. Ничего, ничего. Не ругай его. Он ни в чем не виноват. Давай, 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 нет, Павлик! Не уходи! Отвык. Юль, ну а мне что делать? Он мне сейчас всех детей заведет. Успокой его. Я сейчас. Павлик, ну ты же любил этот садик. Ну? Нет. Ну здесь твои друзья. Посмотри, сколько мне еще сюда ходить? Павлик, Владимир Сергеевич сейчас очень занят. Он попросил пока тебя походить в этот садик. Папа ко мне приедет? Он не твой папа. Папа Волгин ко мне приедет? А ты не будешь плакать? А ты позвонишь ему? Позвоню. Скажи ему, что я его очень жду. Договорились. Давай, а теперь в садик.
Привет. Ты сказала, что будешь молчать. Но я и молчала. То есть никому ничего не говорила? Ну, только сестре Павлика. Зачем? Ну, ты что, испугался? Я не испугался, нет. Я просто не понимаю, почему ты не можешь держать язык за зубами. Знаешь что, Антон? Может, я и виновата, что не держала слово, разболтала. Но отец свой мужчина и должен быть готов нести ответственность за свои поступки. Или ты думаешь, затащил меня в постель, и я заткнусь отчасти? Я тебя затащил. Ты сама ко мне прыгнула. Я вообще-то без постели молчала. Тебя пожалела. Ты меня пожалел. Тебя следователь вызывал, да? Нет, отец. И он испугался? Кого испугался ты? Тебя, что ли, испугался? Ты кто такая-то вообще, а? Зря я тебе сказала. Прости, не сдержалась. Позвонила Волгину и выложила ему все. Зачем? Зачем ты вообще ему звонила? Голос его услышать. Услышала? Он сказал, что по-прежнему готов помогать Павлику. Понимаешь, я думала, что он хуже, что он забыл про нас, а он позвал назад. Да я бы не то чтобы пошла, я бы на коленях за ним поползла. Я люблю. Нельзя ведь, нельзя. Я не ему хотела больно сделать. Себе такое сказать, что вот... чтобы не простила, чтоб прогнал. Я с ума схожу, я не могу больше. Вот и я сегодня. Такого Антона не говорила. Он бы все равно меня бросил. Ждать не хотелось. Я заявление подала. Увольняюсь с завода, не смогу туда ходить, видеть его. Правильно. Давай выбираться из этой трясины. Привет. 100 лет не виделись, а вроде живем рядом. Привет, Вить. Я заметил, вы с мамой не общаетесь. Что случилось? Да нет, ничего. Как Павлик? Все хорошо, спасибо. Дядь Вить, а это твоя машина? Моя. Павлик! Куда же ты? Из такого хлама собрал, ты не представляешь. Сам? Ну так я автослесарь. Значит, ты хороший автослесарь. Надеюсь. Дядь Вить, меня прокатишь? Садись. А меня? Ну, конечно. Спасибо. Ну, так что с работой в итоге? Думала, быстрее найду. Я ведь без претензий, а оказалось трудно. Устроилась уборщица. Слушай, у меня на работе на пенсию повариха ушла. Новую еще не приняли. Витька, я бы с удовольствием. Ты же знаешь, я умею готовить. Ну, так давай завтра и поедем. Завтра? А поехали, у меня дежурств нет. Тогда Павлика завезем в детский сад и в автосервис. Спасибо. Да не на что. Привет. О, здравствуйте. Привет. А, ну ладно, мне пора. Не проспи завтра. Договорились. Пока, Юль. Пока. До свидания.
Ну что, сбылась мечта ваших мамочек? У вас свети любовь? Он мне с работой помочь хочет. На такой позорной тачке ездит. Лучше уж пешком. Инг, он ее сам собрал своими руками из металлолома. По-моему, это не позорно, а здорово. Бросил бы свой автосалон. Нашел бы нормальную работу. Работал бы на нормальную машину. Ну, значит, он любит свою работу. Знаешь, все так мужики отмазываются. Люблю свою работу, поэтому готов работать за копейки. Люблю свою жену, поэтому не женюсь на любовнице. Люблю закусить, поэтому выпиваю. Инка, ну ты все в одну кучу собрала. Ты что, не в настроении? Почему? У меня все замечательно. Мам. А как ты с папой познакомилась? На дискотеке. Ой, он такой красивый был, с гитарой. Влюбилась в него до обморока. Слушай, в глазах темнело, когда я увидела. А в 17 лет я уже тобой беременная была. Да я думаю, он и женился на мне, лишь бы не сесть за связь с несовершеннолетней. По-другому бы до ЗАГСа и не дошел. А если бы отказался жениться? Ты бы его посадила? Да ты что? Говорю же, любила его безумно. Аборт бы сделала? Лена, ну какой аборт? Ребенок от любимого мужчины. О чем еще можно мечтать? Да уж. А если растить пришлось одной? А я считаю, одна тебя и растила. У отца первая ходка была через полгода после нашей свадьбы. А знаешь, все равно, у каждого человека есть шанс стать счастливым. А как, мам? Да очень просто. Влюбишься, замуж выйдешь, дети будут. Это и есть счастье. А если не выйду? Что ты такое говоришь? А откуда такие вопросы? А этот... с которым ты на свидание-то бегала. Он где? Знакомиться будем? Не будем. Инн, а ты не беременна? Мам, ну что сразу беременна-то? Ну а что? Это жизнь. Так мне все и бывает. По любви и по глупости. Ешь, а то остынет. Хорошая пара. Поженятся, правильно сделают. Они не пара. Инн, ты чего? Ну ладно. Беременность 4 недели. Ну и дура. Спасибо. Да, а супчик-то песня. Вот если бы моя бывшая так же готовила, я бы от нее никогда не ушел. Кстати, наблюдение. Как Витек привел свою протеже, обеды реально стали вкуснее. Протеже. Невеста, да ведь? Приятного аппетита, мужики. Ну да, ну да. Ты давай-ка от ответа не уходи, колись. Для тебя девушка старается. Может, для тебя жених? Да, симпатичная. Давай. Спасибо. Оп. Ведь мне уже неудобно. Ты нас совсем разбаловал. Да ладно, работаем же вместе. А детский сад все равно по дороге, мне не трудно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты такой хороший человек. Даже жалко, что мы не влюблены. Ну, нам с тобой, мама, такую прививку в детстве сделали, что нам этой болезнью точно не заболеть. До завтра. До завтра. До свидания, дядя Витя. Пока.
Привет, Вить. Здравствуй. Я в магазин иду. Подвезешь? Да. Да, конечно. Извини. Да, мам. Витя, ты где? Жильцы съехали, на даче нужно прибраться. Да, я скоро буду. И оказывается, Юля устроила к вам в столовую. И возишь ее каждый день. Да. А почему я узнаю об этом от соседей? Не знаю, соседи такие. Ты в курсе, что у нее с Волгиным было? Мама, это не наше дело. Это было не нашим делом, пока она не села в твою машину. А ты когда-нибудь отца любила? Теперь это не важно. Это всегда важно, мам. Здравствуйте, дядя Витя. Здорово. Привет. Привет. Всем привет. А можно и меня на работу подвезти? Здравствуйте. Ну, здравствуй. Спасибо. Я сейчас. Хорошо. Как тебе мой наряд? Сама шила. Здорово. Ну, это моя работа. А я слышала, ты эту машину сам собрал? Да. За копейки развалюху купил. Тоже моя работа. Ну, мы просто идеальная пара. Да. Жалко, что это просто шутка. А если не шутка? Ты ведь... Тогда из-за меня с отцом уехал. Этого быть не может. Ты выйдешь за меня? Совсем не обязательно жениться за одну ночь. Ты выйдешь за меня? Ты представляешь реакцию с вами? Мы уедем в другой город, я везде найду работу. И даже в Москве? Где угодно, лишь бы ты была рядом. Инна, я без тебя пропаду. А где дядя Витя? Не знаю. Давай ему позвоним. Подождем еще. Давай. Доброе утро. Доброе утро. А вы Витю ждете? Он не приедет. Почему? Мы с ним подали заявление в ЗАГС. Ух ты. Поздравляю. Спасибо. Ну, сама понимаешь, теперь он вас возить не сможет, это будет странно выглядеть. Ну да. Хорошего дня. Дядя Витя не приедет? Нет. Пойдем, а то опоздаем. Привет, пап. Тебе идет быть умным. Спасибо. Слушай, не посмотришь договор? Поставщики прислали новый договор. Я юристам отправил, они говорят, вроде все ок. Да меня что-то ломает. Ну, если ломает, может, это интуиция? Ага. Слушай, мне с тобой тоже надо посоветоваться. Мама, скоро день рождения. Что дарить-то будем? Может, для начала вывезешь игрушки из старой квартиры? Прости, а какое это имеет отношение к подарку? Прямое. Ей не понравится, если она их увидит. Да она вообще не заезжает в эту квартиру. Она, честно говоря, ее всегда не любила. Мне это тоже не очень нравится. Я вообще не понимаю, зачем ты их перевез из клиники? Это игрушки Павлика, их надо отдать.
Так отдай и закроем тему. А то что за тон-то, я не понимаю. Что за тон? Что за тон? Знаешь, мне надоело жить в ожидании того, что тебя бросят. Я-то нормально, я переживу. Но вот мама... Хорошо, видно, я затянул с этим объяснением. Все было немного не так, как рассказывала тебе мама. А как? Вот пусть она тебе сама и расскажет. Видимо, вам обоим нужен этот разговор. А мне оправдываться не в чем. Нужно забрать из Москвы игрушки, отвезти Павлику. Сделаем. Сейчас куда? Альбине подарок искать. Проще в этот завод поднять, чем ей угодить. Здесь я тебе не советчик. Такие красивые. Спасибо. А ты почему меня не предупредил, что приедешь? Я отпустила домработницу, сама на диете, а так бы что-то приготовила тебе. А, да я не голодный. Мам, надо поговорить. А что случилось? Ничего. Опять с отцом поругались, да? Да нет. Тебе 3 года. Что мы жили без отца? Что это было? Ну, ты же знаешь, мы расстались с папой, а потом он вернулся. Нет, что это было на самом деле? Ну, что тебе приспичило? Правда, ну, давай как-нибудь в другой раз поговорим об этом. Мам, давай сейчас поговорим. Ну, хорошо, давай поговорим сейчас. Я просто не очень понимаю, что ты хочешь знать. Смотри, мне было примерно 5 лет, когда отец исчез. Мы к бабушке уехали, а ты сказала, что он заболел. Да, и мы даже ездили с тобой к нему в больницу. Ты что, не помнишь? Нет. Потом он ремонт квартиры делал. Я его ждал. Все время ждал. А потом перестал ждать. А через 3 года он вернулся, перевез нас в новую квартиру. С деньгами, с подарками. А я не могу простить тебе 3 года. Понимаешь? Не могу. Ты говорила, что он нас бросил. А сама простила его. Из-за подарков? Он нас не бросал. Что? Он нас не бросал, я говорила тебе неправду. Случилось так, что он попал в аварию и был парализован. Я приняла решение забрать тебя, и мы уехали к бабушке. Значит, ты его бросила? Нет, я его не бросила. Он был парализован, а у меня на руках был маленький ребенок. Как бы я растила тебя, когда у меня был муж, который прикован к кровати и ходит под себя? Ты его бросила! Нет, ты не понимаешь, я сделала это ради тебя. Вот ты говоришь, тебе нужен был отец. А какой отец тебе нужен был? Тебе нужен был счастливый, здоровый, красивый отец, который бы играл с тобой в футбол, я не знаю. А он был парализован. А почему ты меня-то не могла об этом спросить? Тебе было 5 лет. Ты ничего не понимаешь. Ты, по-моему, сейчас ничего не понимаешь. Я понимаю, ты бросила больного мужа. Всю жизнь врала мне, что это он нас бросил. А он не спорил, нет. Он всю твою вину взял на себя. Ты ради меня это делала? Да я его всю жизнь ненавидел. Счастливое детство, правда? А он терпел. Ради чего он терпел, мам? Любил нас сильно. И вот кто-нибудь любил? Инна! Чего, мам? Ты есть будешь? Сказал же нет. Ну, ладно.
Юль, не бойся меня. Мне нужно с тобой поговорить. Можно войти? Во-первых, прости за ту историю в Москве. Я не знал, кто ты. А если бы знал? Я думал, что ты любовница моего отца. Теперь я понимаю, что он не такой. На самом деле, я пришел поговорить по поводу Павлика. В том, что с ним случилось, отец не виноват. В тот день я опять взял машину отца. Мы с ним поругались, я выпил. Я даже не заметил, как мальчишка выскочил на дорогу. Я испугался. Не буду отрицать, я испугался. Надеялся, что никто этого не заметит. Но отцу сказал. Поэтому он его на лечение забрал. Отрабатывал мою вину. Да он всю жизнь так живет. Он по-любому не мог быть виноват, он же сам за руль никогда не садится. Разве не заметила? Ну да, у него водитель по статусу. Да дело не в статусе. Несколько лет назад он попал в аварию из-за какого-то алкаша и с тех самых пор сам не водит. Я не знаю, как просить прощения. Я сильно виноват перед тобой и перед Павликом. Скажи, а Павлик полностью выздоровел? С ним все хорошо. Я не знаю, что было бы, если бы не отец. Жизни не хватит, чтобы стать таким, как он. Можешь пожить пока на даче, пока квартиру не найдешь. Спасибо. Владимир Сергеевич, это Юля. Извините, что я звоню. У вас нет совещания? Юля, ну какое совещание? Владимир Сергеевич, я только хочу сказать, что вы самый лучший. И простите, что я тогда наговорила вам глупости. Юль, ну ты что плачешь-то? Ну, не плачь, пожалуйста. Может, все хорошо? Ты обиделась на меня, я знаю. Если бы я мог тебе все объяснить. Не надо, я все понимаю. Ну что ты понимаешь, девочка? Все. У меня Антон был, он все рассказал. Я его простила. А вы простите меня. Я готова. Ух ты. Ничего себе. Ну, вообще. Да. Мамочка, с днем рождения тебя. Спасибо. Спасибо. Ну что, идем в ресторан, сегодня гуляем на мою зарплату. Вот, я же говорил. Вот это новости. Слушай. Сейчас. Мы долго ломали голову, что тебе подарить. В общем, вот, решили, смотри. Я даже не верю, что это мы. На что мелкий, да? Да. В школе. Особенно. Это на 1 сентября, помнишь, его друг-то такой звали.
Ты-то помнишь? Я-то помню. Ну вот. А это мы где? Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Если тебе, конечно, не понравится, мы можем квартиру снимать. Не надо. Мне тоже кажется, тебе здесь лучше будет. Воздух, ягоды, петрушка всякая на огороде растет. А ребенок появится, не будет проблем коляску таскать. Вышел на улицу и гуляй сколько хочешь. Ин, а давай ты отдохнешь, а я тебе обед приготовлю. Вить, а хочешь, я тебе свадебное платье покажу? Ну... Не знаю. Примета же вроде такая есть, что жених не должен платье невесты до свадьбы видеть. А ты веришь в приметы? На-ка вот, держи еще. О! А? Кажется, ничего не забыли. Да, вроде ничего. Погоди, а этот робот-то? О, вот же. А? Да, мне бы такого. На, держи. Спасибо. Ну как? Сними. Я тебе другое куплю. А я его сама шила. Инна, зачем ты так? Тебе не нравится, да? А я старалась. Ведь я же тебя не люблю. Знаю. А то, что это не твой ребенок, ты знаешь, ты считать умеешь? Знаю, посчитал. И что ты терпеть будешь? Такой благородный, да? Инн. Я люблю тебя. И этого ребенка тоже, потому что он твой. Видите, это не любовь. Любовь должна быть взаимной, а ты как наркоман. У тебя помешательство, зависимость. Но я не наркотик, я человек, понятно? Я тоже хочу любить, а не мучиться всю жизнь благодарностью. Тогда зачем все это? Я попробовать хотела. Думала, получится. Стерпится, слюбится. Бред какой-то. Ин. Я все понимаю. Но сейчас тебе о ребенке надо думать. Может, ты правильный. Это ж на ты. Ну, тогда меня и накрыло. Ну что, начать новую жизнь с тобой, с Павликом. Бросить все. Такие перспективы открылись, такая жизнь впереди, ослепнуть можно. Потом одумался. Павлик меня папой называет. За что? За игрушки. Купил я его этими, значит, трансформерами. Ну, мне знакомо. Я Антошку также покупал. И что вышло? Ну, Антон разобрался же. Разобрался. Вместе начинаем разбираться. Только ему уже 22, а мне 45. Не поздно. Антон и Альбина, они такие, какими я их сделал. Вы опять берете всю вину на себя. Может, за деньги в семье отвечаете вы, но за любовь двое же.
Извините, если я... Нет, ты права, конечно. Права. Знаешь, я между нами скажу тебе, Альбина когда-то уходила от меня. Даже смогла какое-то время продержаться одна с ребенком. А потом я вернулся. Появился такой классный. Из ниоткуда. Деньгами завалил. И она стала беспомощной и зависимой. И теперь без меня вряд ли сможет. В ответе за тех, кого приручили. Можно и так. Это что касается денег. А любовь — это же только сначала искра, дар, откровение, а потом просто работа. Я увлекся другой работой. Альбина вообще работать не может. Ну, если мы до сих пор вместе, значит, там что-то есть. Любовь или что-то. Просто это надо обнаружить, очистить от шелухи. Я не знаю, смог ли я тебе объяснить. Смогли. Слушай, я... Вроде как понимаю, почему ты уволилась. У тебя как с работой? У меня все хорошо. Я в столовой работаю, как мама. В столовой? Как мама? Не хочешь вернуться на завод? По блату? По блату. Мне не нужно, а вот папа под сокращение попал. Ты что, за отца просишь? Ну, он не такой сильный, как вы. Ему еще труднее. Ты чудесный человек. Обязательно должна быть счастлива. Инна. Вить, ты что, не понял? Ничего не будет. Я понял. Но я его для тебя купил. Прости меня. Привет. Тебе можно? Тусина! Кругом вода, с питьем беда. Море! А у меня вон что есть! Заходи в свою комнату. Злишься на меня, что я тебя Витьку вела? Он меня просто подвозил. Когда вас вместе увидела, так обидно стало. Он же всегда за мной бегал. Значит, он все-таки тебе нужен? Нет. Это из-за Антона. Я же от него беременна. Я ему позвонила и сказала об этом. А он меня дура назвал. А Витя знает об этом. И готов чужого ребенка растить. Не чужого, а твоего. Слушай, ну ты прям как он рассуждаешь. Мы точно пара. Ин, не надо так шутить. Это твой будущий муж. Нет, я за святых замуж не выхожу. Слишком большая ответственность. Все, разбежались. Да ты что? Ты же его убила просто. Ничего, переживет. А ребенок? Я не знаю. Я еще не решила. Ну, может быть, Антону еще раз позвонить, поговорить. Еще раз услышать, что я дура? Мы иногда такое говорим, что потом всю жизнь мучаемся. Сама знаешь. Так пусть он позвонит, извинится, в чем проблема? Чего ты его защищаешь? Просто я его другим знаю. Он же ко мне приезжал.
и рассказал, что это он сбил Павлика. Ты, значит, мне и в этом обманывал? А к тебе зачем поехал? Покаяться? Ну, можно и так сказать. Это с отцом связано. Слушай, вот только не надо мне про бедных Волкиных. Давай по-хорошему. Нашла свидетельницу наезда, это я. А этот гад испугался и побежал к тебе и прощения просить, чтобы ты ему 264-ю не впоел. А тебе много не надо. Приплети сюда страдания бедного Волгина, и ты поплыла. Что ж ты злая такая, Инн? Так это же я с пузом, а не ты. А он такой исповедовался у тебя. И весь просветленный домой пошел. А ко мне даже не заглянул в соседнюю дверь. Ну давай. Оправдывай его, может, я тебе поверю. О, кого принесло Инесса? Куда пропала? Вроде говорили, ты замуж вышла. Так развелась уже. Ром, можно тебе на минутку? Ты говорил, будут проблемы. Познакомишь меня кое с кем? Ну? У меня проблема. Что хотела? Мне сказали, что вы можете. Ну. Мы все можем. Нет, все не надо. Только сбить. Чтобы понял и запомнил. Где живет, куда ходит? Снимает квартиру на улице Вишневой. Ставит машину на платной парковке и потом идет через старые гаражи. Примерно часов 8 вечера. Угу. Сегодня, походу, пришел уже. Завтра. Хорошо, завтра. Мы работаем по 100% предоплате. Вот еще. Он подарил. Нет. Морду-то покажи. А, да. Здравствуй, Витя. А сегодня харчо? Давай. А ты Инну видела? Да. Как она? Вить, ты на нее не обижайся. Я не обижаюсь, я просто боюсь за нее. Она справится. Зато теперь вас подвозить могу. Остыньте. Здравствуйте. А мне сумочку можно? Да, конечно. Спасибо. А кабаки папа пришел. И пирожки принес. Привет, пап. Вот, наконец, дошел до заведующей. А у меня дочка Радость. На работе восстановили. Позвонили и позвали обратно. Одумались. Понимает, значит, новое начальство, что без специалистов завод не поднять. Выходит, не дураки завод купили. Не дураки. Пап, а можно я еще пирожок возьму? Бери, бери. Павлик, а руки? Катя, пекла. Ты и дочка на нее не сердись. Я один кругом виноват. И маме твоей, и ей голову морочил. Пап, а ты маму любил? Очень. И ушел от нее, чтоб не видеть, что она меня не любит. Ты вот что, дочка. Ты к нам в гости приходи. Надо тебе с сестренкой познакомиться. А то как-то не по-человечески получается. Придем, придем, пап. А Катя к тебе привыкнет. Пап, Катя тебя любит и боится потерять. Думаешь, любит? Ну, конечно, любит. Эй,
еще для Маши возьму. Так, стоп. Для какой Маши? О, тебе принес. Ты откуда это взял? Неси, откуда принес. Мне ворованное не нужно. Вот что ты за дура ты такая, а? Мужик добро в дом тащит, а ей не нужно. Саш, да сколько можно? Я ж тебя просила. А он дочка идет мамку защищать. Ну давай, давай. Пап, мне с тобой поговорить нужно. Пойдем. Мам, я с папой хочу поговорить. Я беременна. Так-то, конечно, это хорошо, но почему ты с про жениха не видела? Потому что он не жених, я ему не нужна, и ребенок тоже. Папа, подожди. Я наняла ребят, чтобы они его избили. Могла бы меня попросить. Пап, я так об этом жалею, но они же реальные отморозки, они его искалечат. И правильно сделают, заслужил. Нет. Он мне ничего не обещал. Я сама навязалась. Пап. Я люблю его. За дурочка такая, принцесса, все в меня. Раз такое дело, ты звони этим отморозкам и все отменяй. Да не могу, нет у меня их телефонов. Папа пойдет со мной туда, я одна боюсь. Значит так, сиди дома, я сам все решу. Угу. Стрелка где? На Вишневой, около старых гаражей. А, ну это я знаю, мы там сколько перед третьих. Ладно, не важно. Все, прошу. Маме не говори. Сама не проболтайся. М? Его не трогай. Не учи отца жить. Все будет хорошо. Пока. Пап, я женюсь. Ну так поворот. Не торопишься? Нет. Она беременна. Мать знает? Не знает. Ей это не понравится, она не из наших. Она подруга Юли Мещерской. Вот вон что. Ну и что это? Любовь? Не знаю. Кажется, нет. Просто хорошая, симпатичная девчонка. Она... Не-не, ребенок мой точно, я уверен. Да нет, я имею в виду, как она-то к тебе относится. Не знаю. Я ж читать мысли не умею. А словам доверять? А ты как бы поступил в этой ситуации? Ты же не бросил бы? Я в этой ситуации не был. Мать твою любила и... Но решение твое правильное. Правда, счастье оно тебе не принесет. Ни тебе, ни твоей девушке. Звучит как-то не очень. А без любви, как ни поверни, все будет звучать не очень. Но это твоя жизнь. Твои ошибки. Давай. Да. Как зовут девушку? Инна. Галстук хороший. Это не он. Мужик, иди отсюда. А я к вам пришел. Ну что, на 115-ю подписались или на 111-ю, а? По-хорошему, иди. А я по-хорошему не умею. Ладно. Давай, как понимаешь. Ну что, давай.
Налетай, ребятки, дядя Саша вас будет учить драться. Это тебе зачем? Кто послал, а? Сам пришел. Ну что, ребятки, устали, а? Пошел. Инна, это к тебе. Привет. Антон, а где папа? Папа? Ну, я пойду чайку приготовлю. Посадите же, дураки. Вся жизнь в прах. Саша. Людмила. Спасибо. Саше понравится. Ой, а почему 3? Нечетное же число. Ой, сейчас. А что там со следствием? Да ничего со следствием. На ноже только Сашины отпечатки. И нож-то наш с кухни. Как будто сам зарезался. Только избит весь. Господи, чего его в эти гаражи понесло? Ну, ты же сама знаешь, каким он был. Инна так плакала. Это же за ребенка боялась. Ну, слава богу, вроде обошлось. Она совсем в Москву перебралась? Совсем. И свадьбу там праздновать будут. Так что... Не знаю, ехать нет. А как будущая свекровь приняла? Лучше не спрашивай. О, я эту Альбину помню. У нее с молодости гонора было много. Одно хорошо, что жить они отдельно будут. У Волгиных еще одна квартира есть. Бах! 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 Где же Виктор? Скинули мне с Юлей Павлик и уехали куда-то. Я им что, бабка, что ли? Юль, я тут подумал, я ведь никогда не выбирался из Золотокаменска. А я выбиралась. И больше не хочу. Если только за грибами. Ну, мы и за грибами успеем. Я на море хочу. Давай Павлика возьмем и махнем вместе. Правда? Правда. Правда? Правда. Да ж, правда. Правда? Отдай. Отдай.